Дорогие радиослушатели, благословение вам Господне. Христос говорил, чтобы мы были светом в этом мире. Я желаю каждому из вас быть светом в этом мире, прославлять Бога своими добрыми делами, чтобы люди, которые узнают о Нем через ваше служение, могли прославить Творца. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.